Всем здорово, с вами Геймер, и сегодня у нас весьма немаленький мод для GTA 3 под названием Liberty City Nights. Да, этот мод для любителей серии игр Need for Speed. В общем-то, что в моде у нас тут? Заменены абсолютно все автомобили, или не все, может я что-то пропустил. Ну, по крайней мере, все автомобили, которые мне встречались, были заменены. Во-вторых, у всех тачек есть неон. Вот, да, вот эта вот штука, да, вот, ну, вот, вот это вот, да. Лично мне это не очень нравится, ну, не то чтобы некрасиво, но просто, это просто прямоугольник. Могли бы как-то с большим фантазией к этому делу подойти. Да, идем дальше. У нас теперь черно-белый Клод. Да, прям вообще круто. То есть, так сказать, все в духе Need for Speed, присутствует атмосфера этой игры. Теперь у тачки есть жизни. Ну, как, они и раньше были в игре, но теперь они отображаются. Ага, не все автомобили были заменены. Все. Плохой мод. Я, в принципе, кратенько вам сейчас расскажу, потому что тут не так уж и много чего можно рассказать, но, несмотря на это, мод серьезный и будет оцениваться по 10-бальной шкале. Итак, множество текстур было заменено, но далеко все-таки не все. Да, некоторые дома все-таки, ну как некоторые, короче, вещи есть оставшиеся из оригинальной GTA 3. Вот, идем дальше. Спецэффекты, вот какие тут спецэффекты. Вы видали? Не, ну больше всего тут радуют, конечно, тачки. Это вообще просто. Вот такие вот тут спецэффекты, все в духе Need for Speed. Хотя, честно признаюсь, сам я Need for Speed только в одну часть играл, Hot Pursuit, а другие я видел только у друга, когда к нему в гости приходил. Вот, то есть, можете себе гонять тут. Это, в принципе, версия мода бета-1. Хотя, как говорит разработчик мода, ну, или участник группы разработчиков мода, неважно. Заявляет, мол, несмотря на то, что это бета-1, это уже вторая версия мода. Представляете себе? Вот, по городу расставлены вот такие вот штучки, сквозь которые нельзя проехать. Но они вас ни к чему не приводят. Они здесь просто так, да. Вот. Худ с радаром были переделаны. Теперь другое отображение звездочек, другие шрифты. Но тем не менее, насчет худа. Мне не нравится то, что теперь не пойми, какое оружие в руках. Ну, сейчас у нас кулаки. Сейчас нам отображают сколько... Да и то, с этим шрифтом... Или шрифтом, извините. Фиг разберешь, сколько... Какое число там написано? Сколько у меня гранат? Вот сколько? Я понять не могу, вот честное слово. О, ладно. Не... Да, спецэффекты, те тоже хромают, во. Видать, оу. Ну, взрыв остался из оригинальной GTA 3, но огонь, это, конечно, весьма угловато все получилось. И это плохой спецэффект. Свет какой-то слишком четкий, не рассеивающийся. Вы скажете, я придираюсь, но, по-моему, тут грех не придраться к такому огню. Вот, но шрифты реально очень-очень огорчают, потому что фиг чё поймешь. Оружие вообще не пойми какое в руках. Ну, в смысле, в худе это не видно, вам нужно смотреть, что там у меня в руках. Ага, базука. Чё сейчас в руках? Ага, снайперка. Зачем было это вот? Ладно. Идем дальше. Что вам еще не сказал? В общем, графа. Да, графика. Она здесь изменена. Ну, по большей части текстуры, по другой части, значит, спецэффекты. Здесь стоит Amp Series. Да. Такой Amp Series, который делает нам плохие спецэффекты. Ну, не сказать, что. Ну, по крайней мере, не сказать, что хорошие. Ну, есть вот один серьезный плохой спецэффект, который меня просто достает тут. Смотрите. А, сейчас было не очень видно. В общем, вот этот вот дым,
он при резком торможении или еще при чем-то, он вас будет доставать, вам будет закрывать пол экрана, я вам серьезно говорю. Вот давайте, ага, еще незаменимые тачки. Вот давайте я возьму другую тачку. Вот любую, вот, видали? Вот видите, да? Вот давайте, ой, дедок, ты где на такую тачку накопил? Ой, этот, вот, когда вы стартуете, он вам будет закрывать. Ну вообще, когда я до этого играл, я как-то умудрялся такое количество дыма выдавать, что это, мама, не горюй. О, вы видали, какая дымовая завеса? Вот. Видали, на всю округу аж. Это реально очень и очень будет вас доставать. Я, к сожалению, не... Вот, еще лучше. Я, к сожалению, не особо могу вам это продемонстрировать. У меня это что-то как-то не получается, извините. Но до этого я играл, меня это просто выбешивало. Я не видел вообще ничего, что происходит на экране. Вот примерно как сейчас, вы видите? Вот, короче, этот NF-сервис выдает очень хреновый дым. Это вас будет реально доставать в этом моде, готовьтесь к этому. Еще порой будет все так сделано, то что все будет у вас подгружаться на ходу. То есть вы еще будете видеть плохие текстурки. И лишь через какое-то время будут подгружаться нормально. Вот, в принципе, как сейчас, да. Да-да-да. Вот. Видите, какой тут дым? Ладно, кроме этого, в принципе, все. По большей части тут изменена графика и машины. Все остальное, в принципе, остается прежним. То есть графика, машины, а так все как и раньше, разве что худ с радаром, да клод переделаны. Вот, ну мод весьма такой неплохой. Мне, в принципе, понравился, атмосфера Need for Speed есть, любителям этой серии, думаю, понравится этот мод. Поэтому скачивайте, ставьте. А моя оценка ему, ну, все-таки реально, со спецэффектами какая-то лажа получилась. Что это за нафиг, а? Мне реально не понравились, как тут не понравилось, как выполнены спецэффекты. Вот, ну, что это такое? Вот что это? Это, вот это реально неприятно смотреть. О, вот я вам еще заодно продемонстрировал, как выглядят звездочки тут. Да. Вот это, кстати, я раньше не замечал. Классное отражение, ребят, да. Ладно, еще пару слов о шрифте. Да, тут такой шрифт, то что он серый на черном фоне. Вам иногда это будет реально мешать, вас это будет раздражать, я вам говорю, да. Вот, тем более сейчас, вы что-нибудь можете разобрать, что там написано слева наверху? Это, да. Вот такие пироги. Про воду вообще ничего не могу сказать, ибо, ё-моё. Меня здесь вода вообще пугает как-то. Вот посмотрите, темная такая даль, вода, и, знаете, как я понял, тут вообще день не наступает в этом моде. Ибо, как я не играл, всегда черное небо было. Вот, всегда. Ой. Вот, а позднее, ну, как позднее, в следующих катсценах будет так, то, что вы вообще ничего не сможете читать, ну, ибо субтитры не будут вовсе отображаться. А, да, вот такой вот баг. Ну, в принципе, этот мод, он для того, чтобы фаниться. То есть чтобы просто установил, поиграл, ну, как фан. Ну, в принципе, этот мод для просто любителей серии игр Need for Speed. То есть, навряд ли кто-то будет с ним проходить эту игру, поэтому не страшно то, что плохо отображаются субтитры, еще опять этот дым. А вот чекпоинты, это их что разглядишь. Ой. В принципе, есть же гоночные миссии, и будет приятно в это играть. И вот видите, сейчас не отобразились субтитры. Ну вот, ради гоночных миссий можно поиграть. Есть же, например, вот миссия, где мы гоняем на тачках, и эта миссия доступна даже после прохождения игры. Ладно, в принципе, на этом все. Что-то я даже затянул малости, меня этот дым уже достал. Ничего не видно. Короче, в принципе, мод неплохой. Можно закрыть глаза на некоторые вещи, но тем не менее, думаю, что даже несмотря на то, что это пока что лишь бета-версия, он заслуживает оценку 7 из 10.
Хотя я бы даже сказал 7,5 из 10, да. Так даже более точно. Ну, а на этом все. С вами был Геймер. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, давайте пропустим кат-сцену. Пишите свои комментарии, так как ваше мнение для меня очень-очень важно. Увидимся и услышимся в следующих видео. Пока-пока. Да. Хороший мод. Хороший. Тут вот спецэффекты. Шрифты. Ладно, пока.